На кинофильмах последние места для поцелуев, а на мультфильмах для чмока в щечку. It's unforgettable. Это незабываемо. It's amazing. Это удивительно. In the morning, in the... Алло. Удобно? В кино? Да тут муть какая-то. Васюта, а ты где? Илана. Да. Он тебе не мешает? Ну так себе. Может, сказать ему? Ну скажи, если хочешь. Я скажу. Ну короче, это, пацаны в Долгопрудном зал открыли. Мы приехали к ним, потренили нормально, ну. Да-да. Или не мешает? Да нет, вообще-то мешает. Слушай, ну если человек по телефону разговаривает, то наверняка что-то важное. Да ладно, Вася, у тебя ноги волосатые, как у моей кошки. Да он по какой-то ерунде там трепится, я же слышу. Конечно. Слушай, в конце концов, кино можно и дома посмотреть. Ничего страшного, пересмотрим. Ну, короче, сыграли мы с ним партию в поддавки. Я все-таки скажу. Ну, в смысле, я в нос пропускаю, он в нос пропускает. Я в нос пропускаю, он в нос пропускает. Ну и кто дольше простоит, понял? Ну, конечно, я, ё-моё. Ладно, пока так посидим. Да. Слав, скажи ему, я ничего не вижу. Я скажу. Извините, пожалуйста. Я надеюсь, я не мешаю? Нет, но вообще... Вот и хорошо. Васюта, да, повиси чуть-чуть сейчас. Э, слышь. А? Ты. Я? Да. А что? Скажи этому, чтобы он шапку с головы снял. Я? Е. А? Ты. А... Васюта, я на линии, да. Извините, пожалуйста. Что надо? Что я вас отвлекаю. Ваша вот это национальный головной убор мешает не мне. Мужчина сзади. Короче, братан, а? Скажи ему, я твой рот плевал. Васют. Ну. Чё ты болтаешь-то с ними? Да чё ты лезешь-то? Чё ты лезешь-то? Ты да улететь домой хочешь, что ли? Пинком! Я тебя устрою! Тут мужики разговаривают, лезет она. Сиди, это мужской разговор, не лезь больше. Сидит она. Да я поняла. Ау, сиди. Вася, повиси. Я, чё? Извините, пожалуйста, я чё? Сказал... А, чё он сказал? А он говорит, что он... Чё он говорит? Он говорит, что мой рот плевал. Он так сказал? А да, говорит, это... Вот. А чё ты сидишь? А? С ноги ему дай. А как это? Ну вот так вот, вот так. Не, я понял. Вот не надо, вот. Я понимаю, не надо мне... Только с ноги. Да. Вася, да. Ну, у меня тут шоу-мозгаон, но... Да какое кино тут? Что-то потерял? Затекла это. Ты аккуратней, брат. Да. Ноги не шутки же. А, вы знаете, что это? Вася, повиси. Вам что? Надо? Вы вот и давайте это, ну, того делайте, как бы ударяйте это. И сколько надо. А, запарафинил, да? Че ты, баба? Он не баба. Да что ты лезешь-то? Да что ты лезешь-то? Да. Что ты сидишь? Сиди, молчи. Дом сейчас сидит. Видите, какой он у меня смелый. Слышь, смельчак, на ствол. А?
Я? Да, 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 ты, держи ствол. Алло, Вася, да, я сейчас приеду скоро уже, видимо. Уже тут заканчивается все, да. Говори. И я, извините, что еще раз отвлекаю. Вы не могли бы все-таки, ну, снять эту шапочку? А то что? А? А то что? А то вот что. Ну? Слава, ты что? Он же тихо, тихо. Ну, молодцы, а ты снял шапку? Тихо, тихо, братан. Я заливаю меня. Все, все. Я сейчас стрельну. Все, все, все. Я жесткий чувак. Все, все. Вася, 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 телефон, я перезвоню. Я все, я уже... Выкинул телефон. А я все уже выкинул. Я шутки. Не надо. Понял, что я жесткий? Да. Что, стрелы? Нет. Стрелы? Нет. Я выстрелю. Пожалуйста, не вот надо. Так. Сиди, Вася, не мешай. Я понял. Сиди. Иди сюда, Ларочка. Слав, ты у меня такой смелый. Да, я такой.